Серега, стой! Здоров, дай спичек, а? Укончились совсем. Спичек нет! А вот зажигалка где-то была. А, вот она. На, держи. Спасибо. Ну как, вчера погуляли? Свадьба как свадьба. Хе, Ленчик разбушевал, пол свадьбы разогнал. Да, Ленька если разойдется. Помнишь, как он городским врага подшивал? Правда? Поклять сейчас там. А что ему еще делать? А. Эй, мужики, вы чего там? Дай проехать. Серег, за ксюкой кто-нибудь волочился? Нет, все нормально. Нормально? Эй, навозники, на дорогу. Проезд освободи. Проезд освободи. Не понял. Мужики, вы чего? У меня тормозов нету. Мужики, вы чего? Ой, руль заклинила. Мужики. Ладно, сейчас выйдем. Ну, извини, погорячились. Говорю, крепи, говорю. Wir leben, Herr Klaus. Wollen gehen ob im Kino? Bitte rufen Sie mir das Taxi. Helfen Sie es Kleid anzuprobieren. Der Kölner bringen Sie mir Chardonnay. Chardonnay. Ausweis. Schwein. Der Ente des nächsten Jahr. Wie zu gehen zum Halszentrum. Ach, das Parasit, Parasit. Du wirst Waren trinken, Schnaps wie das Schwein treffen. Как дело? Не кшисен, хайду иду. Пьянтос. А это все ищет, ищет. И что тебе-то за граница? И чем тебе наши не устраивают? А ей заграничного подавай. Нет бы учиться, дура, поехала. А то найдет себе на себе счастье. Дура. И все за бугор. За кого я здесь выходить? Бугром? Найдет себе паразита. Ой, пиантоса, как я. Ой, как ты. Выпить даже не даст. А ты заткнись там, послал бог счастье. За что ж такое наказание? Котина не кормлена. Иди покорми. Он что, уснул? Угу. Да угу-угу. Тогда ты иди, поросят, покорми. Все, мне одной надо? Оксана, слышишь, что ли, говорю, а? Да иду же, иду. А
может, и правда лучше за границу. Девка-то красивая получилась. Вся в меня. Что с тобой? Снасиловали меня, Коля. Кто? Местный кто-то? Ну какой Коля местный? Скажешь тоже, кто не уехал, спился давно или на полшестого. А этот... И откуда только взялся, сама не пойму. Коль, ты расскажи в деревне, что меня, снасиловали. Расскажешь, а? Зачем? Ну, понимаешь, он пообещал. Если скажу кому, еще раз. Расскажешь, Коль? Ладно, расскажу. Крох, тебя подвезти? Не, что дома делать? Посижу еще. Удачи. Смотри, куда бутылка. А ты наливала что-то? Ты ее гнала. Я ему ничего не отдал. Не да. Ищи, где хочешь. Не хочешь по-хорошему, нигде, да? Ничего ну, ты порази. От меня не получишь. Найду, убью. Где дурыш, что ты стоишь? Я не знаю. Ладно, ищи, ищи. Точно тоже забью. Все равно выпью другой. Дурыш,
Да пробовал я их, скот виски. Не, ну я хотел кофе им закрасить. А потом подумал, зачем вкус поганить. Ну. Кроху изнасиловал кто-то. Ну да. Да? Кто бы это мог быть? Неизвестно. Ксюх, ты Вовке давала? Не. Чего же он к тебе тогда ходил? Ну кто его знает? Ходил что-то. Потом учиться поехал. На сантехника. На зоотехника. А. Какая разница? Что то, что то. Говне копаться. Меня с собой звал. А ты чё? А у меня другие планы. Ксюх, это тебе. Да. Ксюх, это я, Коля. Я чего хотел сказать-то? Забыл вчера. Ты выходила за меня, а? Коля, зачем? Так ты мне давно нравишься. Я даже Вовку за тебя побил перед отъездом. Ну, Ксюх, давай выходи, а? В деревне все равно. Коль, ты хороший. Первый парень, ну ты пойми. Не могу я. Да и Вовка мне больше нравился. Почему? Слушай, Коль, я не могу сейчас. Давай потом, хорошо? Ну что еще? Ксюха, Мишку позови. Нет его. Глядь пошел. Я тебе не Ксюха. Что? Опять спит? Пьяный. А ты все сидишь, все ищешь. А свиней, между прочим, покормить некому. Одни лоботрясы. А кушать, между прочим, все хотят. Оксана, ну ты слышишь или нет? Да иду, иду уже.
Цыпочки, цып-цып-цып, цып-цып-цып-цып, цып-цып-цып, цыпочки, цып-цып-цып-цып. Оксана! А? Дочка, соль кончилась. Сходи к соседу, спроси чуток. Цып-цып-цып-цып-цып. Ну-ка ж пошла. Ja, ja, Herr Gans. Man darf entkommen. Ja, ich schelle und schreibe. Ja, alle Sohn sein. Ja, Liebe. Gut, war warten. Животное. При чем тут животное? Люблю, и что? Вовка, ты что ли? Колька, здорово! Вот, ломались! Так вижу, просохло уже. Просох, просох, аж горит. Может помочь? Да сделали уже! Сейчас хомут зажму и поехали! Друг твой?
Да не! Подбросить попросил! Ну, Бог помощь! Я поехал! Крох, привет! Что, нету? Нету. Коль, а ты правда всем рассказал? Конечно, рассказал. Во, зуб даю. Ну и где же он? Обещал же. Ну мало ли чего человека нету. Может, занят чем. Может, по работе в командировку услали. Ты, главное, Кроха, жди. А нет, мы его с милицией достанем. Слышь, кого видел? Вовку. Приехал зачем-то. Вот, держи. Ты, Кроха, жди. А может и правда мы его через милицию в розыск подадим? Эти его быстро найдут. Так вот же он. И милиции не надо. Приехал. Шнеля. Битте. Ганс. Шнеля? Битте. Шнеля? Визе зиш. Хорошо. Эрган. Хороший? Май. Да, я. Шнеля. Хер. Шнеля. Хер. Шнеля. Вилебен. Хорошо. Хороший? Крюш, крюхлю. Я. Да, мои. Майны. Шнеля. Гуд. Хер, шнеля. Вилебен. Битте. Гуд, иш. Я. Битте ин хаус, Хер Ганс. Я за Оксанкой приезжал. Жениться хотел. Меня на работу хорошую взяли. Я с отличием окончил. Жилье обещали. Вовка, тебе Ксюха давала? Просил. Почему сам не взял? Пойдем погуляем, а? Да подожди ты! Дай с ребятами поговорить.
finanzieren unser News-Quiz. Wenn Sie mit ein klein wenig Glück richtig viel Geld gewinnen wollen, dann rufen Sie an 01379 101112. Viel Glück! Willkommen zurück. Beim Thema Übergepäck im Flugzeug verstehen die meisten Billig-Airlines keinen Spaß und lassen sich jedes Kilo extra fürstlich entlohnen. Soweit die landläufige Meinung. Wir wollen wissen, wie kulant sind die Fluggesellschaften beim Thema Übergepäck wirklich und haben bei Fluggästen mit Gewichten die Koffer schwerer gemacht und sie dann mit versteckter Kamera zum Check-in-Schalter begleitet. Was dann passierte, hat uns mehr als überrascht. Michael Hakenhöhner und Roger Saha mit unserem Test. Ab in den Urlaub, aber selbst die günstigste Pauschalreise kann schon am Flughafen in Deutschland sauteuer werden. Denn wer achtet schon genau darauf, ob er die Frau auf Toilette eine die beiden müssen? Noch haben Sie die Chance, unseren prallen Punkt 12 Jackpot zu knacken. Rufen Sie jetzt noch an. 01379 101112. Viel Glück! Da sind wir wieder mit Punkt 12. Wenn Jens Hacker nicht sofort abnimmt, wird er seinen 32. Geburtstag vermutlich nicht mehr erleben. Der Mann aus Greifswald wiegt unfassbare 314 Kilogramm. Allein seit seiner Hochzeit vor einem Jahr hat er 64 Kilo zugenommen. Laufen kann er kaum noch. Er passt nicht mal mehr in die Dusche. Seine Mutter ist so verzweifelt und hat schon angekündigt, sich selbst etwas anzutun, sollte ihr Sohn an dem lebensgefährlichen Übergewicht sterben. Und auch Jens Frau versucht alles, um den 31-Jährigen zu überzeugen, sich endlich seinen Magen verkleinern zu lassen. Doch die OP birgt lebensgefährliche Risiken. Sebastian Warchmin berichtet. Jens Hacker wiegt unglaubliche 314 Kilo. Mangelnde Bewegung und falsche Ernährung haben ihn zu dem werden lassen. Завтрашнее утро сулит. Жизнь идет, а моя как будто стоит. Мягкое кресло, экран, повседневность, безделие делают стресс. Я не заметил, когда и насколько я в эту рутину залез. День на день мне приходится, кручу рулетки барабан. Давай делить с тобой, как водится, любовь напополам. Грустно жить, ее отпустив.